In questo modo di dirmi adesso è Сделано в России. Молодцы, ребята. Фэнс. Труба сейчас спросим. Труба не успеет. А? Не успеет. А, успех. А вы нам, может, расскажете? Давай, сюда. Конечно. Как вы производите, просто интересно? Стану. Да. Ствол молот. То, что раньше на выпуске 40-й стол в ноябре. Договорились вы с ними, да? Да, хромированный ствол. Сейчас два размера, 16-18 длина. Значит, это исходные тайваньские заготовки, которые доделываются в Петербурге, которые, собственно, производятся. Очень качественные комплектующие, там 7-75 алюминий, кловер-рапер, значит, шмастер делает из этого же заготовок. Ну, и комплектующие делают то же самое. Значит, ну, обвес это фабовский, как бы, да, значит, цевьё, баронат, газоотвод, адар делает сам. В дальнейшем полностью переход на собственное производство этой всей нутрянки. УСМ? УСМ, ну, доделаю, ну, китайский, ну, китайский. Не, ну, я вот ее в руках держу, ну, она приятнее, чем на Ринка, вот, ну, намного. Ну, потому что она же не чисто китайская. Ну, да, понятно. Да, это адаптация творчества четырех стран, да, Нет, комплектация действительно очень хорошая, очень качественная, очень сходная. Они по качеству лучше, наверное, достаточно посмотреть, вот даже вот тактильно. Ну да, 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 я вот вижу, что прям оно иное. Обработка, да, вообще другой уровень. Лучше. Покрытие лучше, да, что качество самой обработки поверхности, на мой порядок лучше. Ну, и сам он какой-то достаточно дубовый, как-то военный, ну, то, что идет обычно в стыке. Ну, ход коротенький, в принципе. Ну, это чисто арочный УСМ, как бы, всех работает. Ну, можешь поставить себе там. Правда, его еще найти надо. Ну, сейчас в этом направлении многие люди делаются, уже вот, в Европе ТИМ не можно купить, российский. Много собственных разработок есть у людей, как бы, вполне бумажных. Я думаю, скоро в Венде появится. А по длине стволов какие варианты? 16-18. Это 18-й ствол, 16-й, соответственно, ну, вот, на 5 сантиметров короче. Вот, цевьи, ну, базовая комплектация, вот, тонкое цевьё, так называемое, толстое цевьё, диаметр отличается, и гайка отличается, ну, баронат. Остальное все идентично совершенно. Вот этот, ну, тоненькая, нравится прям. Ну, в основном все его и покупают. Легкая. Вот этот комплект, какую цену? С 16-м столом, да. 126 рублей. В Москве, в Петербурге. Если регионы брать, то это чуть дороже. 18-й ствол, 131-600. Осталось еще немного места в лицензии. Хочется арку. Да нет, ну, я считаю, что... Для коллекции. Калаш есть. Достойный. Получше, чем, скажем так, у китайцев. Да, получше. И входной ценник тоже гуманный, скажем так. Относительно там. Вот там шмайсеры висят. Вообще непонятно. Фирма Адар пользуется популярностью. Вон очередь из ютуберов.